Миш, нас скорей. Пойдем скорей. Лаской, сладкой морковкой и обещаниями, чем только не выманивали из спальни лесного царя зверей, бурого медведя по имени Миша. Все напрасно. Все еще сонный, он с неохотой на нас поглядывал и явно хотел вернуться в спячку. В конце концов, даже до календарной весны еще есть пара дней. И все же голод не тетка. За лакомством Миша все же вышел, показался во всей своей красе. Такое раннее появление не совсем типично, однако коррективы в режим медведей внесла погода. Проснулись они у нас совсем недавно. Теперь у нас будем стараться набирать им вес, то есть это будет каша, как обычно, и овощи. Всю зиму они у нас спали, все хорошо, им даже не помеха была слякоть, дождь, им было все равно. То есть спали спокойно всю зиму. А вот Машу увидеть не удалось. Беспокоить медведицу сейчас нельзя. Она молодая мама с тремя детенышами. Им всего месяц от роду. Единственный из людей, кого медведица к себе подпускает, это зоолог Вероника Рачкова. Прекрасно они себя чувствуют, уже ползают, стараются что-то делать, активные ребята. К сожалению, показать мы пока не можем. Для них очень холодно, и мама не подпустит. Будет очень агрессивно к ним настроена. Малышей выведут в свет, как только они наберут вес и на улице немного потеплеет. Но посмотреть в зоопарке и сейчас есть на кого. По-прежнему радуют глаз и другие постоянные его жители. Игривые леопарды, ждущие внимания пумы, тигры и львы. Саранский зоопарк ждет гостей круглый год. Ирина Герасимова, Иван Мизерский. Народные новости.